За выходные в водоемах края утонули двое мужчин. В первом случае все произошло на озере в Березовке. Для помощи полиции вызвали отряд спасателей. Тело извлекли из воды. Второй мужчина утонул в реке Чулым Большеулуйского района. Основные причины гибели на воде отметили спасатели. Игнорирование запрещающих знаков, несоблюдение мер безопасности на воде и купание в состоянии алкогольного опьянения. Роспотребнадзор сообщает о снижении активности клещей. С 13 по 19 июля от укусов паразитов пострадали около 300 жителей края, почти 50 красноярцев. Это гораздо меньше, чем на предыдущей неделе. Однако ведомстве уточняют, что опасность присасывания все равно остается. Наиболее опасный район – окрестности заповедника Столбы. На улице Армейской сгорело нежилое помещение. Дым от пожара было видно из разных точек города. Это уже не первое возгорание на этой территории за последнее время. Местные жители говорят об умышленном поджоге. Землю нужно освободить под строительство нового жилого комплекса. Спасатели и полицейские эту информацию пока не подтверждают. В центре города протестировали новую подсветку. На первом пролете коммунального моста появилось белое освещение, а у фонтана на острове Посадный струи воды подсветились синим, розовым, фиолетовым и красным. Обновленный фонтан запускают по пятницам и субботам в 19:00. Подсветку включают в 21:30.